Привет, вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодняшний обзор посвящен новой большой платформе Serratio. Научный центр гражданства, предпринимательства и управления является ведущим мозговым центром движения стоимости в мире, созданный в Великобритании с академическими отделениями по всей Европе, Азии и Америке. Мы разработали концепцию круговой экономики, основанной на принципе стоимости. Итак, платформа Serratio. Научный центр гражданства, предпринимательства и управления является мировым лидером в исследовании движения ценностей. Центр основан в Великобритании и оперирует через академическое сообщество в Европе, Азии и Америке. Мы разработали концепцию циркулярной экономики, базируемой на ценностях. Начиная с 2011 года, ЦЕК обеспечивает разработку финансовых и нефинансовых метрик, которые поддерживают международное законодательство и на настоящий момент являются международно признанным стандартом. Что это все можно... Как это все можно выразить вот в коротком предложении простыми словами? Это будет платформа, на которой можно будет, производить новые цифровые монеты, только эти монеты они будут подкреплены действительно академическими и экономическими профессионалами, базами. То есть это будут монеты, которые действительно будут иметь ценность фундаментальную. То есть эти монеты, ну, они будут вписаны в будущую экономику и будут подчиняться экономическим законам, что, опять же, исключает их из числа монет, о которых можно сказать, что это там монеты там, на несколько дней, месяцев там, или пусть даже год, но... Монеты, созданные на этой платформе, будут существовать гораздо дольше, потому что имеют действительно какое-то научно-экономическое обоснование. Мы предлагаем первый выпуск устойчивых эфириум токенов от организации, базируемой в Соединенном Королевстве. Проводимый сбор средств заложит базу и инфраструктуру для построения криптовалют с ценностями. Запланированные родственные токены включая уже комиссионные. Это Women's Coin, City Coin, Fez Coin, Edu Coin, Leadership Coin и другие токены ООН целей устойчивого развития будут способствовать росту рыночного спроса. Уникальность платформы Serratio токенов заключается в способности захватывать финансовые активы и происхождение сделок и транзакций между людьми, продуктами, процессами, проектами и организациями. Это очень серьезная, большая научно-экономическая платформа, которая, на основе которой действительно будут создаваться большие проекты. Пожалуйста, более подробно о этой платформе можно узнать их на официальном сайте и в белой книге этого проекта. Serratio токен SER является первым надежным выпуском эфириума в соответствии нормативных требований Великобритании. Это очень важно, вот то, что это уже монета, опять же, о чем идет речь, то, что эта монета будет юридически и экономически обоснована. Сбор денежных средств будет обеспечивать основу и инфраструктуру для реализации концепции стоимости криптовалюты. В планах объединить монеты, которые будут расти на рынке, включая те, которые уже введены оборот. Это вот были перечислены они Women's Coin, City Coin, Face Coin, Edu Coin, Leadership Coin и другие. Уникальной способностью токена Serratio это способность захватывать финансовые активы, источники сделок, продуктов, процессов, проектов и организаций. Это вот новая очень такая веха, я думаю, это поворотный момент в будущей криптоэкономике. По ICO. Старт начался 1 октября и будет ICO продолжаться до 31 октября. Принимается биткоин, эфириум, эфириум классик, лайткоин из фиата
значит, фунты стерлингов, доллары США и евро. Всего для ICO будет предложено 25 миллионов токенов, всего выпущено будет 100 миллионов токенов, разрядность цифр 7, платформа Ethereum ERC-20. Официальный сайт. Выпуск монет произойдет из 1 января 2018 года. Пожалуйста, обратите внимание на этот проект, изучите его, он заслуживает более глубокого и детального изучения белой книги. Задавайте вопросы о этом проекте разработчикам. Разработчикам действует обратная связь. В описании к видео будет ссылка на их официальный сайт и на их официальный сайт и на белую книгу. До конца ICO остался 21 день. Также из деталей можно упомянуть то, что минимальная сумма взноса 50 фунтов стерлингов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!